Уровень преступности среди несовершеннолетних в Серпухове снижается. Члены комиссии по делам несовершеннолетних подвели итоги работы за 2018 год. Основные показатели улучшились, однако проблемы неблагополучных семей и трудных подростков по-прежнему беспокоят правоохранителей, педагогов, социальных работников. Подробности в репортаже Маргариты Кирикович. Несовершеннолетними были совершены имущественные преступления и два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. У нас ребенок на учете стоит за алкоголь, употребление алкоголя. Этот ребенок сейчас со вчерашнего дня находится в реабилитационном центре. Вот что происходит, когда дети лишены главного – родительской заботы или воспитываются в неполных семьях. Некоторые уходят из дома, другие попадают под влияние улицы. Помочь несовершеннолетним не потеряться в непростом мире взрослых, защитить их интересы – призвана комиссия по делам несовершеннолетних. Основной показатель ее деятельности – снижение роста детской преступности. В зале администрации собрались не только члены КДН, но и их помощники – представители системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений. За 2018 год несовершеннолетними и при их соучастии на территории городского округа Серпухов зарегистрировано 9 преступлений. Приняло участие 10 несовершеннолетних. В группе совершено 5 преступлений. Значит, аналогичный период прошлого года – 13. Приняло участие 15 несовершеннолетних, в группе зарегистрировано 6. Беспокоит то, что в этом году у нас несколько лет не было преступлений, связанных с оборотом наркотических средств. В этом году, к сожалению, у нас двое подростков совершили преступления. Ребята в сети организовали, будем говорить, магазин, продавали наркотики. Мы сразу, в общем-то, на комиссии разобрали данный факт, посмотрели работу всех образовательных учреждений. За отчетный период выявлены торговые предприятия, которые продавали спиртное подросткам, некоторые повторно. На расширенном заседании комиссии были заслушаны руководители общеобразовательных и среднеспециальных учреждений городского округа, воспитанники которых совершили в прошлом году преступления. В основном это кражи из супермаркетов. Зафиксированы и случаи, когда подростки в знак протеста против выбора матери нового спутника жизни уходит из дома. Внутрисемейные конфликты, внутрисемейные неурядицы – это не полные семьи, это там, где есть отчим и где есть мачеха. Поэтому мне хотелось бы вам порекомендовать пересмотреть семьи, которые у вас есть, да, и, наверное, вот с теми семьями, которые, как мы их раньше называли, семьи группы риска, да, туда входили многодетные, внимательно посмотреть на все семьи группы риска. Сегодня основные направления в работе комиссии по делам несовершеннолетних – профилактическое и правозащитное. Главная задача – протянуть руку помощи в трудную минуту, найти выход из жизненного тупика. Показатель деятельности работы комиссии и в уменьшении количества стоящих на учете трудных подростков. Проанализировав работу за год, мы можем отметить, что где-то процентов 70-80 из состоящих мы снимаем в связи с исправлением. Сейчас у нас стоит 113 человек на 1 января. Из этих детей, ну, где-то процентов 20 только детей, которые проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении. Остальные, в принципе, эти благополучные полные семьи. Сегодня нередки случаи, когда при живых родителях дети-сироты. Как заставить их выполнять свои главные обязанности? Не только накормить ребенка, но и заниматься его воспитанием. Это самое сложное для педагогов, школьных психологов, правоохранительных органов и членов комиссии по делам несовершеннолетних.